братва! Вот он, крыса! Он нас напарил! Смерть крысе! Почему сразу насмерть? Мужики, я сейчас все обосную! Мужики на зоне кайлом машут! Ты нам горбатого не лепи! Где все брюлики долька? У Робеспьерыча кинул он меня! А ты нас, своих корешей, подставил, баклан! Вали его, братва! Вы че, пацаны? Да я в натуре не при делах! Эх, была не была. Ты хорошо подумал, Петр? Кто здесь? Ну, считай, что совесть. Анка, ты? Ага, забочусь о тебе, Петр, пока ты тут глупости творишь. Кто творит-то? Я ж ничего еще не сделал. Но собираешься. Ты, Петр, по карнизу пройти собираешься. Но кончится это плохо. Да ну тебе, Анка, глупости. Кончится плохо, совесть. У меня, между прочим, никакой совести отродясь не было. Это все буржуазные предрассудки. Ишь, раскаркалась. Ну-ну. Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как те самые монтажники, высотники, да, из высоты вам шлем привет. Трепал на пудре ветер высоты и целовали облака. Слегка на высоту такую, милая ты, уж не посмотришь свысока, свысока. Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как те самые монтажники, высотники, да, из высоты. Кар, тьфу ты. Я имею в виду, ну что, Петр, кто был прав? Ты или предрассудки? Ну чего молчишь-то? Ах, да, сейчас поищем. Вроде бы в корзине Петькин файл должен был заваляться. Так и есть. Как говорится, будешь как новенький. Что это было? Это, Петр, были самые что ни на есть дребезги. В смысле? В смысле, разбился ты, Петенька, в пролетарскую лепешку. Но на твое счастье у меня к скриптам доступ имеется. Не то чтобы полные, но кое-какие возможности есть. В смысле? В смысле, Петр, если ты еще разок такое сделаешь, я тебя восстанавливать не стану. Теперь понятно. Если накрыть голову ведром, то камни ей нипочем, а за остальное я не сильно переживаю. Сквозь ведро, правда, не видно ни хрена, но если далеко от стены не отходить, то до балкона доберемся в один прием, а второго не будет. Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как те самые монтажники, высотники, да, из высоты вам шлем привет. Трепал на пудре ветер высоты и целовали облака. Слегка на высоту такую, милая ты, уж не посмотришь свысока, свысока. Легко сказать, арестуй Робеспьерова. А поди возьми его, за 20. Нажмет на Shift-Delete и поминай, как звали. Тут такое дело. Трос этот, он тут не просто так. С его помощью трон опускается в подвал. Плавно опускается, без рывков.
Иногда можно и пошалить. Внизу тебя Чапаев встретит. Да еще и я скоро подвалю. И правда, нужно поспешать в штаб, а то пропущу самое интересное. Так ведь я ж не удержусь и обязательно нажму на что-нибудь. Я имею в виду на какую-нибудь кнопочку. И кто знает, что тогда произойдет. Нет, без Василия Ивановича на такой эксперимент ни за что не решусь. Ну что, будем признаваться, Робеспьеров? Гражданин Робеспьеров. Я лично гражданин Робеспьеров, он же Прохор Нюхин, надеюсь на то, что вы будете упорно запираться, а также всячески юлить и увиливать. В этом случае в отношении к вам можно применять высшую меру социальной защиты. То есть физическую ликвидацию? Что я и сделаю лично, причем с удовольствием. Напротив, я признаю свою вину, меру, степень, глубину и прочее. Твоя вина не нуждается в доказательстве. Это я тебе как революционный суд заявляю. На пон берешь, гражданин начальник. Я вам живой нужен. Вам без меня не обойтись. Все исходные коды известны лишь мне. Расскажешь. Если не хочешь принять смерть жуткую и лютую, то расколешься. У меня и не такие говорили. Смотри, не перестарайся, а то ведь могу и не договорить. Значит, допишешь. Письменные показания, они даже лучше. Фашист, гестаповец, Бэтмен недорезанный. Как оно, глотать не больно? На этот раз, Нюхин, разозлил ты меня всерьез. И разговор у нас с тобой будет тоже серьезный. Что скажешь, Робеспьерыч? Наша взяла? Ну, допустим. А вот мне интересно, что было бы, если бы твоя взяла? Как оно повернулось бы? Вы что от меня хотите? Чистосердечного признания? Объясни. Чего ты хотел? Конкретно от вас ничего. Сначала вы мне просто мешали, потом не помогали. После и вовсе распоясались и стали поперек моих планов. Если вы просто исчезли, меня бы это вполне устроило. Юниты из вас он никакие. Так ведь и из тебя, юзер хреновый. И при этом не чувствуется ни раскаяния, ни другого какого позитива. А я ни в чем не раскаиваюсь. Да? Анку хотел, он и сейчас хочу обыграть. А этот раз не выгорело, в другой получится. Ни хрена у тебя не получится. Ни в этот раз, ни в следующий, ни в какой. Твоему гейму овер. Больше вопросов не имею.
Тут такое дело, Василий Иванович. Валить нам отсюда пора. Рвать когти? Делать ноги. Так в чем дело? По моим сведениям, дворец находится в осаде. Характер осады? Облажной. Численные силы противника? Значительные. Наличие подземного хода? Выведен из строя. Будем пробиваться. Есть пробиваться. Ну как? Не числом, а умением. Еще вопросы есть? Куда пробиваться? В каком направлении? Сообразим по обстановке. Все, выступаем немедленно. Тут все пока спокойно. Если только нет засады. Откуда тут засаде взяться? Это все же тронный зал. А где в таком случае трон? Так трон у нас в штабе. А, трофей, значит. Молодцы мы с тобой все-таки. Трон у них отбили, это по-нашему. По-кавалерийски, с наскоку. Да, а где же все? Могут подтянуться в любую минуту. Так что нам тут лучше не задерживаться. Точно. Лучше мы в другом месте задержимся. А вот и ноутбук. Вот он, родимый. Сейчас я им займусь вплотную. Смотри, не поломай прибор. У них тут другой такой не скоро сыщется. Да. Лет этак через 2000. Ну, заводи его, что ли, Харкер. Не Харкер, а Хакер. Что-то он не заводится. Пароль просит. Молодец. По-военному действует. Ты ему пароль, а он тебе отзыв. Если знаешь, проходи. А нет, кури в сторонке в пешем строю. Как раз я пароль-то и не знаю. Это серьезный промах, Петька, с твоей стороны. Ну, хорошо. А кто его знает? Нюхов должен знать. Этот не поделится информацией по-хорошему. А на поклон к нему идти нам не годится. Он шкура и... Кто? И гнида. Верно. Так что думай, Петька, смекай. Должна там быть какая-нибудь подсказка. Да вроде есть подсказка. Контрольное слово требуют ввести. Ну вот и введи, раз требуют. Вопрос на засыпку. Любимый конь Цезаря. Это и будет контрольное слово. Вероятно, нужно имя коня вписать. Сколько букв? Сколько хочешь, но только чтобы правильно. Пиши. Сивка, Бурка, Буян, Перстень, Ерыш, Серго, Тарзан. Кого мы там еще играли-то? Кинь-грусть. Кинь-грусть — это у Махно конь был. А у Цезаря должен быть с ихним именем, латинским. Ну, в крайнем случае, с греческим. Чудак, откуда же я тебе греческое имя возьму? Да еще конское. Я тут Спартака было ввести попробовал. Бесполезно. Короче, труба дело. Думай, Петька, соображай. Сучара! Гаси его! Гаси крысу! На кого это они, Петька, так лаются? Да так, не обращай, Василий Иванович, внимания. Петька, Шифер и кабан драный, мочи его! Я бы на твоем месте этого так не оставлял. Необходимо одернуть негодяя. Да хрен с ними! Нечего тут всяким козлам бисер метать. С
самим не хватает. Петька, я твой нюх топтал! Гаси его! Варварские нравы. Че с них возьмешь? Да уж. О, великий Цезарь, почему ты не наведешь порядок в великом городе? А почему ты не сделал этого до меня, будучи презерватором? Давай на меня стрелки не переводить. Я и так делал все, что мог. Смог ты на удивление много. Благодаря тебе город охвачен беспорядками. Ложь, это все Спартак. А кто ворвался в мой личный банк, чтобы ограбить его? А че они меня не пускали? Я их как... презерватор просил пустить. Ты мошенник и бродяга. А ты трусливо бросил страну на первого встречного. А после на него же и стрелки переводишь. До этого момента нет. Но теперь самое время закидать мерзавца дротиками. Руки короткие. Убить его! Дерьмо твои салаги. Пускай идут с фанатами бодаться, а я им не по зубам. Я крепкий орешек. Что там на коняшке написано? При чем тут коняшка? Ты читай, что ниже пишут, на самом постаменте. Там не по-нашему написано. Значит, читай, по какому написано. Вроде как... Буцефалос. Точно. Буцефалос. Хорошее имя. Для коня в самый раз. Так это же... Правильно, Петр. Это пароль. Если б я имел коня, это был бы номер. Если б конь имел меня, я бы тут же помер. Фольклор, однако. Чтобы оживить статую, надо полюбить статую. Полюбить безответно любовью. Чтобы на этом деле съехала крыша. Заманчиво, пикантно, мило. Если б речь шла не о статуе коня. Я ввожу Буцефалоса. Валяй, Петька. Получилось! Есть контакт! Теперь чего делать-то? Как чего? Анку зови. Пусть вытаскивает нас отсюда. Вводим ключевое слово «Анка». Ага. Вот ее логин. Круто! Спроси ее, где она. Анка, ты где? Отвечает, что она здесь и спрашивает, где мы. Мы тут, в Древнем Риме. Будь он неладен. Напиши ей, что пускай того портал нам открывает, пока нас тут не угробили в конец. Она пишет, что не может. Скажи, что это приказ. Пишет, что у нее все зависло. Это в каком смысле? Что за фокусы? Отставить. Пишет, чтобы я поменял какую-то переменную в скриптах. Она за кого меня принимает? Харкер ты хренов. Меняй, раз тебе говорят. Да вы чего? Откуда я знаю, где эти ваши скрипты? Должны быть где-то рядом. Жми, Петька, на все подряд хуже не будет. Это приказ? Нет, это твоя инициатива, причем дерзкая. Давай, без разговоров. Ну, если что, не серчайте. Тебя поменять просили, а не поломать.
поздно. Тут что-то замигало. Ну, Петька, молись, чтобы это было то, а не это. Тут мы, родимые. Чайник ты, Петька, все-таки. Чуть весь кот мне не обвалил. Да хоть кофейником зови. Только в микроволновку не суй. Так, командование, эвакуируйся первым. Панику прекратить. Все два шага назад. Давайте, мужики, грузитесь по-быстрому и отваливаем. Я чур у окошка. А я у барной стойки. Нашу межгалактическую запивай. 15 человек на сундук перфака. Ё-моё! И бутылка брому. А всё-таки хорошо. Что хорошо-то? Хорошо. Это когда кончается хорошо. Тебе хорошо, Василий Иванович? Расстреляю, Пётр! Я пошутил. В смысле, это шутка смеха была. Я, Василий Иванович, чё думаю-то? Как-то мы этот Прошка Нюхин выпутается. Господин комиссар выпутается. Он скользкий тип. Так-то оно так. Как бы он нас снова не впутал. Может, вернемся, приморим гада? Так, чтобы у него тягу скрипты путать начисто отбило. Мелко мыслишь, Петр. Тут в другом дело. Да говори ты быстрее, Василий Иванович, не тяни. Сейчас титры начнутся. Как это? Начались. Круто! В чем дело-то, Василий Иванович? Ты сказал, что дело там в чем-то... Продолжу. Вся беда, Петька, в том, что мы в компьютерной игре. И игра идет не по нашим правилам. А ведь и верно. Я, Василий Иванович, так думаю. Надо бы нам к этим разработчикам наведаться и поговорить по душам. Еще выдумать. Меня в презерватор записать. Да и тебе ж понравилось, Петр. Вау, бабы опять же всякие. Сначала признаться понравилось. Но потом я все осознал, исправился. И теперь вновь на революционных рельсах. Бронепоезд ты наш, озабоченный. Ну, циц. Где мы разработчиков искать теперь будем? Кто-нибудь тебя читал? Вроде как, товарищ комбит, там Сатурн какой-то фигурировал. Сатурн плюс, так сказать. Сатурн? От нас на Сатурне не спрячешься. Точно. Анка, подбрось угольку. Сейчас мы там устроим праздник. Не слушай его, Анка, он пошутил. Курс на Сатурн? Есть, товарищ вампир Иванович. Полный вперед! Так, я не понял. Ты что, сценарий не читал? А что такое? Полный вперед, это моя реплика. Ну, ошибся, с кем не бывает. Становись к стенке. Да будет вам, Василий Иванович. Зачем же сразу к стенке? Вот именно. Давайте, говорите вашу коронную, а там при монтаже вырежу. Полный вперед! Есть!